Яйца крошеные. Горбушу с банки, как я вижу. Там можно любую консерву, собственно, вот такую. Вот такая косточка. Яйца, 5 штук. Олива пока, да. Хорошо. Буду яйца. Ты решила, типа, не могу делать. Ну, не могу заново. Ой, извиняюсь, трешка. Сона потом и носится. А? Я говорю, сона потом и носится. А, где бегала? А он, я была там, траву это не знаю. Он пришел через окно. Смотрела. Сначала бы там, а дождь пошел, я бы еще там. Да там, в цветочках там, в одуванчиках бегал. А потом дождь пошел, я говорю, пошли. Я туда-то бежал. Бегает. Поел, уже полдня бегает. У меня еще. Ливает конкретно на тьму. Ну, передавали сегодня ночью, днем, ночью не было, значит, не... ну, был, наверное, ночью такой небольшой, сейчас это, не дал мне доделать, пока врача ждали, мне никогда было врач три дня. Не пустили, я говорю, ну, извините, там все открыто было, говорит, теперь хорошо, звонок, это, слышно там было? Наполовину у меня открыто было. А она уже знает нашего лечего, знает. В общем, померила это. И говорит, кстати, мы с тобой не на весу надо держать это, мерить пульсы там, количество кислорода. А она прямо так положила, так, пальчик, так, на стол. А мы на весу. А у него этот тремер, рука вот так вот еще дергается. Прямо. У него я сегодня начала мерить, сначала было 82, потом 78. Это процент кислорода в крови. Это вот. Померила, так обнюхивать. Да. Ну, давление немножко такое высоковатое было. Вот тоже давление прыгает. У меня вчера давление было. Большое прямо голова разломалась. В общем, завтра приедут, вот подгадать, приедут кровь, еще что-то там возьмут, а пятницу мне к ней. Все? Да, хватит, кашу не надо делать. За направлением полгода прошло, как уже не приедли. Так что, так, ну майонез этот надо как-то. Так, в общем, здесь у меня белки. Тут на это не могу. Так, просто. У меня зеленого лука нет, но это от тебя. Я бы еще это, я вчера варила суп. Вкусненький такой. Это. Я буду... А я вышел, мама там траву дергает. Ну, я вот я не стал посмотрела подходить. Твои эти. Че? Что-то мне не нравится. Я там что? Кто не нравится? Под это. Поддела травку и этим еще нормально. Повыше подвязала помидорки. Помидоры все 9 окрепли. Да, один сломанный, а что ты его не вытащишь? А он пусть он сидит сломанный. Это. Да посмотрела перцы, что-то они такие-то бедненькие все. Там начала плюкать это, да, повернула туда руками-то, вот ты глядок. Ну, у меня не это... Еще надо дышать потом. Там пыри это не знаю. Ну да делать надо. А ты, я смотрю, в картошке там подергал травку. Ну, быстро. Ну, она быстро вылазит, травка. Она никуда не делась. Так, ну в общем вот так вот я проматываю. Да, Буська. 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 Ну, в общем, непонятно только, когда Васильич у нас поедет в больницу на поддержание. Буська! Два раза в год, вот, а завтра, послезавтра направление она мне даст.
А там я еще будем звонить, да. Это, скорее всего, опять кардиологу. Да, он назначит на какую дату. Песенка. Вот. Поддержит тебя, скорее всего, опять. Это. Опять у него жидкость, наверное, капливается. Мы ему даем мочегонку. Мочегонные эти. И еще помимо того, что. Что она ничего нового не выписала? Ничего она не выписала. Она знает прекрасно. Она а ему просто кровь завтра приедет, медсестра. Еще что-то возьмут на домой. В пятницу уже анализы. Это уже не первый раз. Я поеду это брать направление в больницу. Все, она. Я спросила там про лекарство еще какое я пью. Мне этот эндокринолог. А я говорю, это все равно мы же флеболога вызвали и невропатолога сюда, когда мы его привезли, там он у нас не ходил, думали, что это. Флеболог приезжал. У меня так. Полномочий нету выписывать вам. Да, нету полномочий. Это правильно она сказала. Куба, это прежде чем вот это лекарство. Пьешь, а я, но это лекарство, которое я пью, то, что... а это мне выписала эндокринолог. Вот. Она правильно сказала, к эндокринологу. Значит, она вам выпишет это лекарство. Она не выпишет это лекарство. Вова, ну у нас с тобой вообще разные организмы. Я бы мне выписали одно, тебе может другое выпишут эндокринолога. Куда мы знаем? А ты сидишь то, что я пью, то, что выписываем, то и ты пьешь. Я тебе даю. То, что вот это. А теперь мне за лекарством надо будет. У меня однозначно. Так, значит, что я? Здесь у меня белки, майонез и консерва горбуша. Я это в собственном соку. Я этот жишку слила, а вот размяла это все сюда же сверху. Можно рыбу любую. А можно и даже добавление масла. Господи, ради бога. Как я уже сказала, здесь у меня вообще было две морковки, но одну я вчера в суп. Да можно и одну, она такая, правда, травненькая, но некрасивая. То, что травненькая, не бывает травненькая. Я решила порезать просто вот так вот. И сюда же. Солить я не буду, потому что рыба соленая. Зачем нам вообще тут противопоказано? Майонез, яйцуль. Поэтому я, ну, какая. Здесь у нас морковки не было. Там, я смотрю, у тебя уже это... Вон там ты какую зелень посеяла? Она такая, это ее столько много. Я не знаю, что там это. Туда не лезь в грядки. Причем тут я траву между грядев это вытираю, ручками хожу. А что я должна смотреть? Туда не лезь, ничего. Я просто посмотрела это, что вы это... Кое-где уже выскакивает это. Что-то ты много столько этой редиски. А где у тебя там все остальное это куда вошло? Редиска будет на два раза. Короче, нынче у нас хозяин сам. Я оставила редиску, потом эту сись, редиску, которая вырастет. А вот здесь посеять. Вот, который ты лук посадил, вот небольшой-то этот. Да. Ну, я его маленько, надо было его подрыть, потому что здесь глина. Боже мой, он бедный, ему так тяжело вылазить. И то кое-где, это самое, они вообще не вылезли, они вообще эти, головки эти. Что-то вообще там, не знаю. Ну я маленько их, чуть-чуть их надо подрыхливать, потому что детей-то неудобно. Ну зелень уже вылазит, перышки. А ты здесь мелкие эти садил, а мелкие это вообще на лук. А на зелень куда ты садил эти? По краям. А что-то по краям там вообще не это, вот на эти луковицы. Ну перчик-то бедненький, ему тут, не знаю. Ну что вырастет-то, вырастет. Шесть этих корешков. А там мне дождик не это. Надо еще вишню там. Пыри полазить там. На четвереньках. Да мне надо вытащить его. А? Восемь перца посадил. Четыре каких? Четыре каких? Так а у тебя там, по-моему, четыре, шесть сидят? Восемь. Ой, Галя, вообще. Галя не умеет читать. А я не смотрела. Восемь перцев?
И 10 трава. Помидоров, одна сломанная, 9. Трава там это уже. Ну все 9 вроде прижились. Нормально сидят, себя чувствуют. Ну они бедненькие-то. Чего они бедненькие? Ну помидоры-то ладно. А что у тебя внизу пасынки у помидоров? Там эти, которые нижние листья, которые сухие, я дернула маленько, где у тебя они вот болтаются, повыше подвязала, а то их ветром мотает у нас тут. Ветра каждый день практически, они еще на ветру стоят там. С этой стороны как раз. Ну, в общем, посмотреть надо. Уже тебе скоро косить надо. Да я знаю. Ой, вообще кошмар, трава это. Где домик уже полметра трава. Ну и вот здесь еще вот где, это, где березки, там тоже вообще травища здоровая. Что? Ну у нас интересно сегодня это. Тошик там в той стороне не здесь, а там где одуванчики. Вот он в этих одуванчиках скакал. Ой, господи, теперь ему интересно все. Он уже постарше, он же дома не скачет. Он дома скачет, так вот. Ну это Снюшка, а так он один уже, это, ну он взрослее, все. Пятый месяц ему идет-то. Снюшка они бегают. А так-то он уже, чем старше, тем это. Скачки скоро вообще перестанут скакать. Че? Так что вот такие пироги с котятами. Ну, сегодня прямо настежь открыла, я буду это, и звонок. Вот видишь, Игорь сразу же звонок делал. Аля, то. А то я толковала, победно. Ну, вот я да не ты, знаю. Да что ты вообще начал сказать? Она говорит, я вас знаю прекрасно. Она-то при чем тут? Ты со своей пенсией, вот что-то огородишь, я вообще не знаю. Она по вызывам видит, вот они вдвоем, молодой парень, сейчас не знаю, ну, полгода назад он ездил. Это и она, потому что ты, взяла, давай, вызываем вас это. Нет, это самое, вот, я не сказал. Ну, а, услышите, что скажу я. Так как ты вот что-то начинаешь. Она взяла через себе с 80-х годов начал, и она говорит, извините, но у меня пациентов много, выслушивать твои, знаешь, 80-е годы. У нее она это... У нее до обеда, потом она отписывается. Нет, губы накачала. Ей не интересно, что ей ты, не... знаешь, получал раньше 7 губы. Рублей по этому, знаешь, губы, 30 лет назад. Губы не идут ей. Ну, взяла и испортила себя. Ува, ну ты вообще такой значит, странный. Зачем мне это говорить, а потом обижаешься? Ну, куклы, да, вот, вот ты, знаешь, ну, моими сне, ну не сказал это. Красивая, я же это тут самое. Рядом, а то он начинает, и, это не в тему играть. По 5 сантиметров сверху губы, блядь. Ну что это? Ну не лякай, лякай. Ну что ты, тебе какая разница? Человеку что хочет, то он и делает. Вова, вот ты, я говорю своим языком, потом ты обижаешься. Ну, что обижаться-то? Красоту. Не, девочка-то она, это... Ого. Ой, ты думай, ого. А то ты опять, он 4 месяца не курил, как ему привыкли. Потом он начал курить, он сейчас курит. А я говорю, если в больницу там, если главврач тебя, это, то тебя выкинут оттуда. А сейчас другой. Ну, ну и что? Ну как, он тебя знает, ну, он тебя потом опять дальше продолжал это, и выписку тебе все делал. Ну как? Ну ты, если хочешь, я тебе еще раз говорю. Ну, знаю, ты хочешь, если ты хочешь подольше, ну ладно, вы это самое. Значит, поменьше кури, ты каждые 10 минут больше бегаешь, ночь, куришь. Бычки. Ну что, Агата, и ночью куришь. Какие бычки, батя? Ты тоже наговоришь, бычки он курит. О. Вот, ну, сигареты не успеваем покупать. Вчера. За сутки сколько? Короче, я не знаю. Потом тебя никто уже не поведет, извините меня. Тебе и так тянут каждые полгода. Так, ладно. Ну, не умничай, а. Ну, что не умничать-то? Красавица, не умничай? Ну. Короче, ты мальчик большой уже. Что хотите, то и творите. Нет, тебе надо побеспокоиться. Так, морковку я накрошила.
Вот зеленого лука нету. Да и ладно, без зеленого так делай, да и пойдем чего. Господи, ты кушать хочешь? Вон да вообще заморачиваться вкусный. Нету, а что его нету и нету. Потом будет вырастет. Вырастет, да. Сейчас пока еще май месяц. Какой еще? Огород только люди садить начали. Вообще? Вот у кого теплицы нету, говорят, что июнь всегда такой, как сказать, не голодный месяц, потому что пока это в июне все там это доходит до ума. Ну что? Ай, Галя, ручонки трясутся. А, Гуська Кева шо? Угу. Пошла гладиться. Папина кошка? Угу. Тихушница? В общем, нужно это. Ну, у меня был бы такой, я бы вот так делала. Но у меня, видите, майонез тут ёркет, поэтому приходится это размазывать. Такой салатик будет. Как раз на раз покушать. Там супчик такой вкусненький. Там еще картошка, кстати, стоит немного недоедена. Так ты не доела? Ну, я разогрела Василичу и это. Василича там еще мягко это. Курица оставалась, я ему подогрела. Он тоже у нас там еще манты можно на пароварке сделать. Где у нас пароварка? На пароварке? Ну, конечно, эти там же манты из тонкого теста есть. Надо смазать. Где у нас пароварка? Да я вот сам не знаю. А, у нас пароварка вон в этом. Стенки, по-моему, я убирала. Ты последний раз готовил эти? Угу. Пельмени. Ну, там, знаешь, там... А, пароварка, вон она, пожалуйста. Я думала, от караварку. Пароварка. Это, пароварка, вон она. Она стоит, вон, не тут, где эти кастрюлечки старые все у нас. Пожалуйста. Ну, сегодня-то не надо, давай уж завтра. Сегодня есть суп, это... А то мы скачем. Ну, завтра там еще каша осталась, эти щипочки наши. Подъедать. В общем, я вот так разведюкала, намазюкала. Так вот. Ну, так бы его вообще, по идее, чтобы он это пропитался. Так, ну теперь желточки. Вот так вот сейчас. Они масенькие, яйца маленькие. Ну, вроде бы не старая, а свежая. Угу. Да, вот такой салатик будет. Что-то. Я еще не хочу. Потом супчик подогрею. Что-то поклепать. А сейчас мама наделает. Как говорил Михаил, писатель сатирик Задорнов, если ты встал, проснулся. Михаил, по-моему. Михаил Задорнов. Если ты проснулся, у тебя что-то болит, значит ты еще живой. Да. Правильно. Значит, ты еще живой. Еще ты. Значит, ты еще живой. Еще лапками шевелишь. Игорь, кончай это самое. Да я еще не пил сегодня кофе. Куда я кончаю? А тут ты пьешь этот кофе бесконечно. Вот, мне надо кофе пить. Ну, конечно, тебе еще, да, у тебя давление, еще кофе попить. А что ты слушала сегодня? Да успокойся, ты слушала, я слушала, кофе, да. Кофе выводит. Да ничего оно не выводит, Вова, там определенное количество чашек, Вова. Но еще напиться и вообще заподеваешь. А ты услышала? Ой, хватит уже, а? Воды больше надо пить. Ну, зимой. Сейчас же. Воды самое знаю, большое, литра полтора. Это то, что все, чтобы ну, вот это полтора. Вот полезно для почек. И полезно, чтобы шлаки все выходили. Все, угомонись. А ты 3 литра выпиваешь. Что скажете?
Это воды только чистой нужно выпить. А ты все подряд пьешь. Вот такой, ну, я вот такой салатик. Мамуля кастрюля приготовила. Да? Ну, я считаю, что не надо стулья приготовить. Совет на ней. Все, отец. Да? Всем Ой. Приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Че? Пургу прогнала и ладно. Че? Кого? Но. Че опять? Что случилось? Недовольный. Не знаю, что он опять. Я знаю, что надо? Литр воды надо мне. Литр воды вообще, да. Говорю. А тебе вообще, ты понимаешь, что у тебя жидкость скапливается, тебе сейчас будут в этом, в легких. Вот. Ну не критично, но оно скапливается. Ты вот сейчас уже, у тебя прет уже, потому что ты вот мочегонку пьешь, помимо этого ты пьешь, у тебя она не выходит мочой. Боба, ты понимаешь, ты что, непонятливый что ли? Тебе только будут выкачивать с этими, тебе опять будут ставить капельницы. Вова, давай тебе супчик такой, знаешь, легонький, водички чуть-чуть, курить нет, потом ты будешь стройный опять, но с тебя раньше времени. Нормально. На 10 дней же вложат, на 10 дней. Вот 10 дней ты там, надеюсь, продержишься. От 10 дней до 2 недель. Чтобы не попасться этому врачу на глаза, когда ты куришь. От 10 дней до 2 недель, по-моему. Отец вообще, но по-моему... Но это 2 недели, это уж у кого, знаешь, тяжелое. 20 дней, по-моему, да. Он находился. У него в прошлый раз и ноги все текли, бежали. А сейчас... Ну, подъезжать надо, потому что у него опять... Нет, там лучше, знаете, что там хорошо? Там капельницы. А капельницы там, да, ставят специально врачи, которые выгоняют всю эту гадость, которая, да, накапливается. Да, всю воду и всю жидкость. То есть каждые это... полгода надо, чтобы легче было, иначе никак. Да, и он уже дышит тяжело, потому Ладушки. Что... Да, новогодняя елка. Мы тебя привезли, одна отходит, вчера подходит. Я говорю, мне 94 было, 93, да? 93, 94, 95. Да, а сейчас у тебя 78, Боба. У тебя сколько врач говорила, критическая уже наступает, крест? Ниже 80. 70... 4 или 72. И все! И все. Аля, углю, гоните гусей. 72 было, ничего. Да не было у тебя! У тебя было, Вова, что ты опять? Не начинай. Я что еще было, сумасшедшая, когда это я было? Еще, может быть, сумасшедшая, но уж не до такой степени. До такой степени ты сумасшедшая. Ну все, как. На такой ноте. Да. Все.